привет! Мы пришли из Красного Креста и взяли у стока вещей. Вот эти вещи и эти. А кто не видел прошлое видео, посмотрите его. Пришли из другой распаковки. И сейчас мы за кадром, для вас будет секунда, для нас будет минута. За кадром все разложим и все вам покажем. И мы закончили все разлаживать. Первое, что мы будем смотреть, это то, что я набрал. Соковыжималка. Змейка. Кто знает в комментариях что-то, напишите. Мы знаем, но не скажем. Еще одна игрушка. Я не помню, как называется. Особенная ложка. Такая она и была. Для чая мешать. Ну, такая специальная лопатка. Переходим к вещам. А, мы нет, забыли. Это напишите в комментариях, не скажем. И пазлы. 500 штук всего. Вот такая прелесть. Теперь вещи. Первая. Кофта. Вторая. Футболка. Третья. Футболка. Или что это? Четвертая. Штаны. Футболка. Кофта. Штаны. Штаны. Кофта. Да, булочки. Кто не знает, кто такой булочка, узнайте в комментариях, напишем. Еще одна кофта. Ну и футболка. И на этом мы закончили, когда мы пришли из Красного Креста. Наверное, все. Пока.